В школе номер один города Каспийска состоялся урок «Разговоры о важном», который проходит в образовательных учреждениях каждый понедельник. Он проводится с целью формирования у школьников любви к родине, гордости за свою страну и патриотизма. Так, темой очередной встречи стал предстоящий праздник «День защитника Отечества». И вообще этот праздник, вы наверное, знаете, берет свое начало в 1918 году, когда еще создавалась Красная Армия. Но официально в 22 году, 23 февраля, уже был такой праздник, День Красной Армии и флота. И уже во время Великой Отечественной войны, когда уже этот праздник стал уже более таким популярным и на более и его увидели государственный уровень. Отметим, что в проведении урока «Разговоры о важном» принял участие лейтенант, участник специальной военной операции Тагир Гаджибалаев. Он, в свою очередь, обратился ко всем ученикам с приветственной речью. Главное, учитесь, любите своих родителей, вы уважаете своих учителей, слушайтесь. Вот ваша задача в данный момент, в чем включается. Любите свою родину. Вскоре школьники провели для всех присутствующих небольшую развлекательную программу, где рассказали историю данного праздника, его традиции, а также прочитали для всех ребят стихи, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества. Стоит подчеркнуть, что проект «Разговоры о важном» запущен Министерством просвещения Российской Федерации в 2022 году.